Здравствуйте, дорогие друзья, с вами сегодня Михаил. Добро пожаловать на наш канал. И мы начинаем наш обзор из покупок, которые мы сделали на просторах интернета. И начнем вот с такой прекрасной рыбки. Такая, она напоминает, может, камбалу. У нее такая прекрасная эмаль, обратите внимание. Глазик имеется, кристаллик. Хвостик усыпан кристаллами тоже. Вот и обратная сторона. Обратная сторона имеет позолоченный такой золотой тон. Брошь не имеет клейма. Брошь в прекрасном состоянии. А следующая брошь, дорогие друзья, в виде... Сначала мы подумали, это ангелы. Потом я понял, что это близнецы. И брошь, соответственно, принадлежит к знаку близнецам. Вот. Идет месяц и число, когда начинается по гороскопу близнецы. И компания Трифари. Краун Трифари. Я передаю большой привет всем, кто является по гороскопу близнецами. Ну и как вы уже догадались, я им тоже и являюсь. И брошь я буду, наверное, носить. Скорее всего. Такая прелестная брошь для близнецов. Следующая брошь у нас веточка такого позолоченного цвета, такой брошированный металл, такой букетик как бы идет, не знаю, такие тычинки в виде шариков или что это может еще означать, не знаю. Ну, такая нежная работа, брошь в хорошем состоянии. Такая вот веточка, даже видно кончики проволоки, прутиков таких. А следующая у нас идет брошь. Такой вот, очень такая яркая. Имеются, видите, пластиковые такие кабошоны у нее. В виде такого цветочка. По краям идут, видите, маленькие жемчужинки, а в серединочке кристаллы. Вот ее вид с обратной стороны. Брошь в хорошем состоянии. Клейма я не вижу на ней. Такая вот интересная работа. И следующая брошь, дорогие друзья. Такой тоже великолепной красоты цветок. Очень насыщенная цветами яркими брошь. Имеются, видите, и кристаллы маркизы, и мелкие кристаллики, такие кабошоны медового цвета под янтарь, немножко похожие, люцитовые такие, скорее всего. Брошь довольно крупная. Вот ее вид с обратной стороны. Интересно, она так покрыта
такими мазками краски прям. Интересно все. Такая вот брошь-цветок. Следующая, дорогие друзья, брошь. Тоже вот подобная такая, подобной веточке. Усыпана кристаллами от Аврора Бореалис. Имеется такой три барочных жемчужинки. Смотрится брошь роскошно. Такая яркая, интересная. Ветвь. Вот и обратная сторона. Такая вот она. Брошь-веточка. А сейчас, дорогие друзья, я вам покажу брошь. Такой великолепный цветок. Даже может быть целый букет, скорее всего. Интересный такой у нее цвет. А внутри каждого цветочка находятся кристаллики. Брошь роскошная. И вот ее вид с обратной стороны. Имеется крепление под кулон. Брошь в хорошем состоянии. Прекрасная брошь. Букетик цветов. А следующая у нас брошь тоже в виде цветочка. Вся усыпана, обратите внимание, кристаллами. На лепесточках. Везде, где только можно. Мелкие такие маленькие бисеры, это можно назвать такие. Натянутые на лесочке, которые я увидел с обратной стороны. Вот это идет такая леска. Единственное, смущает немножко вот эта иголочка, такая похоже на китайские такие изделия. Может быть, это и Китай современный, честно говоря, не знаю. И вот такая штампованная филигрань с обратной стороны. Тем не менее, брошь очень красивая. Мы с удовольствием у себя оставили. Вы посмотрите, дорогие друзья, на эту красоту. Какая яркая. Какие цвета, какие кристаллы в виде цветочков, разные, различные. Лепесточки, маркизы разных цветов. Кристаллики. Великолепная оправа. И вот ее вид с обратной стороны, дорогие друзья. Такое даже желание появилось. Может быть, это, вернее, такая гипотеза. Может быть, это и Джулиана. Было бы очень неплохо. Мы не уверены, конечно. Но некоторые признаки так имеются чуть-чуть на лицо, но уверенности нет, что это Джулиана. Просто так хочется. Еще раз, дорогие друзья, посмотрим на эту великолепную брошь. Вся она переливается цветами. Прелесть.
А сейчас, дорогие друзья, я вам покажу брошь, немножко отличающаяся от предыдущих. Такая она, видите, фантазийная, в виде такого мага, волшебника, колдуна, как угодно. Такой у нее, видите, шар в руке. Интересная такая вставочка у нее на шапочке. Есть кристаллы даже на шапочке. Весь он такой, видите, пожилой человек такой, обросший бородой и волосами. Великолепно сделан рукав. Брошь имеет такой бронзовый тон. Скажу вам, она очень достаточно тяжелая брошь. Ага, дорогие друзья, если кто не догадался, это очень удивительно. Я сам был удивлен, что компания, оказывается, JJ. Вот вам поросята, свинки, разные животные, а тут настолько серьезная брошь. Такая вот брошь в виде мага и волшебника. Прекрасная работа. Ставьте, дорогие друзья, лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Я сейчас все броши выложу вместе, чтобы мы еще раз на них посмотрели. И благодарю вас за просмотр, конечно, и желаю вам хорошего настроения и до новых встреч.